Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Первого городского телеканала наш специальный проект «Происшествие». Подполковник национальной полиции, который выстрелил себе в голову во время обыска в его кабинете, скончался в больнице. По предварительной информации, мужчина находился в коме несколько дней. Когда пришел в себя и осознал, что суицид не удался, самостоятельно отключился от аппарата жизнеобеспечения. Подполковника национальной полиции поймали на взятке в Кривом Роге. Об этом заявила глава нацполиции Украины Хатия Деканаидзе на своей странице в социальной сети. Во время спецоперации подполковник выстрелил в себя из травматического оружия. Под усиленной охраной его забрали в одну из больниц города. Подполковника могли посадить в тюрьму на срок до 12 лет. В настоящее время правоохранители и медики не разглашают информацию о инциденте, но подтверждают, что мужчина действительно скончался. Ведется досудебное расследование. Дерзкое ограбление в центре Кривого Рога. Новенькая Toyota, 20 тысяч гривен и золотые украшения стали добычей воров. Двое мужчин в масках забрались в дом к бизнесмену. Угрожая ножом, они похитили деньги и ключи от автомобиля. Праздник у похитителей продлился недолго. Уже на следующий день сотрудники одесской полиции задержали злоумышленников. Ограбление произошло вечером 4 февраля в Дзержинском районе. Потерпевшие сразу вызвали полицию, но злоумышленники уже успели скрыться. В городе был объявлен план-перехват. До жінки у домоволодіння проникли двоє невідомих осіб в масках та, погрожуючи їй ножем, заволоділи виробами жовтого металу, грошовими коштами та автомобілем марки Toyota Camry 2013 року випуску, на якому пізніше скрилися з місця злочину. Сума матеріального збитку на даний момент встановлюється. Воры смогли уехать из города и добрались в Одессу. Ориентировка на похитителей была разослана по всей Украине. Усилиями оперативных сотрудников Одесского отдела полиции злоумышленников задержали. Где работаете? Чем зарабатываете на жизнь? На рынке. Что делаете на рынке? По какому поводу задержаны? Ранее судимы? Да. Сколько раз? Один. В розыске находитесь? Да. За что? За что находитесь в розыске? 81. Разбойное нападение. Где совершили? Донец. У задержанных изъяли похищенное имущество, а именно автомобиль, ключи и документы, а также золотые украшения. Злоумышленников доставили в Криворожский отдел полиции для проведения досудебного расследования. Во время проведения поверхностной проверки указанных граждан полицейские обнаружили и изъяли у них вещи и золотые изделия потерпевшего, похищенные деньги и угнанный автомобиль. В настоящее время задержанные, а также изъятые у них вещественные доказательства переданы работникам полиции города Кривого Рога. Полиции говорят, воров уже взяли под стражу на время проведения досудебного расследования. Доказательная база позволила арестовать угонщиков сразу же после задержания. Преступниками оказались ранее судимые жители города Кривого Рога, неоднократно ранее судимые. Сейчас идет проверка на причастность данных лиц к аналогичным преступлениям. Но практически в полном объеме, за исключением денежных средств, которые не обнаружены на момент задержания сотрудниками одесской полиции. В настоящее время злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Терновском районе задержали торговца метамфетамином. У мужчины изъяли слип-пакеты с 5 граммами наркотического вещества. По словам правоохранителей, это большая находка для спального района города. Задержанный наркоторговец говорит, запрещенный порошок купил для себя и планировал употребить. По ценам черного рынка стоимость изъятых наркотиков составляет около 10 тысяч гривен. В Кривом Роге продолжают задерживать торговцев метамфетамином. 8 февраля у местного жителя возле автовокзала изъяли 140 трубочек с психотропным веществом. В полиции говорят, задержанный крупный поставщик, у которого закупаются более мелкие дилеры. На следующий день задержали еще одного торговца наркотиками. У правонарушителя изъяли 40 трубочек с метом. По словам задержанного мужчины, наркотики он купил для себя. Правоохранители устанавливают возможную связь между торговцами, а также изготовителя. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории гаражно-строительного кооператива «Авангард» в районе улицы Щерса в Терновском районе был остановлен гражданин. В ходе поверхностного осмотра у него в кармане обнаружены полиэтиленовые пакетики, наркотическое вещество метамфетамин. По ценам черного рынка на сегодняшний день стоимость изъятого наркотического вещества оценивается порядка 10 тысяч гривен.
10 февраля около дома номер 50 по проспекту Мира обокрали автомобиль. Хозяин машины обнаружил полностью выбитое заднее стекло около 11 утра. Грабитель долго не копошился, ничего не перебирал, а взял то, что лежало близко. Ему удалось вытащить барсетку с документами водителя, но денег там не было. Кто мог обокрасть Peugeot, хозяин не знает. На месте преступления работали сотрудники полиции. Они обнаружили отпечатки пальцев вора, что значительно облегчит поимку преступника. Выпустили под залог. Сотрудницу миграционной службы, которую вместе с коллегой обвиняют в получении взятки, выпустили под залог 730 тысяч гривен. Напомню, в двух районах Кривого Рога задержали руководителей паспортных столов, которые оказались родным братом и сестрой. Всего у них нашли около 500 000 гривен в национальной валюте, евро и долларах США. Адвокаты просили выпустить обоих подсудимых под домашний арест, но суд их просьбу не удовлетворил. Рассмотрение дела продолжается. Volkswagen влетел в Таврию на перекрестке Рязанова и Якира. Авария произошла днем 9 февраля. По словам очевидцев, иномарка выехала на перекресток на красный и ударила легковушку. Отечественный автомобиль развернуло, и он перегородил движение по Якира практически полностью. В результате столкновения пострадала пассажир Таврии. Она доставлена в первую городскую больницу. На месте работали сотрудники Дзержинского отделения полиции. Им предстоит установить истинные причины и виновника происшествия. Перепутал маршрут. Москвич въехал в трамвай на улице Кассиора в районе 2-й детской больницы. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Автомобиль ехал по трамвайному пути вместо проезжей части. Очевидцы происшествия подшучивали о желании легковушки стать трамваем. Горе-водитель москвича скрылся с места происшествия. Его поисками занимаются сотрудники Криворожского отдела полиции. Во время визита домой к участнику ДТП двери никто не открыл. Причины аварии устанавливаются. Авария в районе лесопитомника. Kia протаранила Chevrolet на трассе. По словам очевидцев, оба водителя были сильно пьяны. Скорее всего, Chevrolet разворачивался и не успел полностью выполнить маневр. Из-за густого тумана видимость на трассе практически нулевая. Пострадали два человека. Водитель и пассажир Chevrolet. Их с травмами разной степени тяжести забрала скорая. Пассажир в тяжелом состоянии. Водитель Kia в больницу повезли сотрудники полиции. Мужчина инсулинозависим. Ему стало плохо. По словам очевидцев, в Kia тоже был пассажир. Он скрылся с места ДТП. На месте работали 3 наряда полиции. Причины виновника происшествия устанавливают. Криворожский отдел полиции разыскивает Захарова Игоря Владимировича, 1977 года рождения. Мужчина подозревается в совершении разбойного нападения с проникновением в чужую собственность. Его приметы – рост 185 сантиметров, худощавое телосложение. При установлении местонахождения последнего или получении информации о его местонахождении, звоните в полицию по номеру 102. Разыскивается несовершеннолетний Новиков Константин Васильевич, 1998 года рождения, житель поселка городского типа Широкое Криворожского района. 30 января 2016 года ушел из дома и до сих пор не вернулся. Был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны черного цвета, спортивные кроссовки с черными, синими и красными полосами. Его приметы – рост 170 сантиметров, волосы темные, глаза карие, худощавого телосложения. В случае установления его местонахождения или получения информации о парне, звоните в полицию по номеру 102. Терновским отделением полиции разыскивается Мажорова Юлия Васильевна, 1984 года рождения. Женщину подозревают в совершении кражи чужого имущества. Ее приметы – рост 172 сантиметра, темные волосы, на вид 30-35 лет. Все, кому известна любая информация о ее местонахождении, звоните в полицию по номеру 102. Криворожским отделом полиции за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений разыскивается Мищенко Дмитрий Александрович, 1984 года рождения, житель Терновского района. Его приметы – рост 175 сантиметров, глаза темные, спортивного телосложения. В случае получения информации о его местонахождении, звоните в полицию по номеру 102. За подозрение в совершении умышленного убийства Криворожским отделом полиции разыскивается Вернигора Богдан Валерьевич, 1996 года рождения. Его приметы – рост 180 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Люди, которым известна информация о возможном местонахождении подозреваемого, обращайтесь в полицию по номеру 102. Вы смотрели специальный проект происшествия на Первом городском. С приходом тепла в городе усилились туманы. Ранним утром и в темное время суток видимость на дорогах практически нулевая. Будьте осторожны, управляя транспортным средством, и ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом виде. Берегите себя и своих близких. Увидимся через неделю на главном телеканале Кривбаса.